Максим пьет чай. Усы попадают в чай, потом все это капает. И потом он угощает людей. Очень вкусно. Точно? Да. А я тебе отвечаю. Это крымская железница, она растет только в Крыму. Вы скинетесь на стабилизатор, если он поброется. Мне кажется, будет больше лайков, если я его брить буду на видео. И больше денег придет сразу. Слушай, а можно сделать это? Давно хочу постричь вот бороду. Вот реально, опрос. Проведем опрос. Прямо на твоей странице. Сколько вы готовы скинуть бабла, если тебя побрить? Я уверен, что многие скинутся. Не, ну подожди, побрить. Слышь, я пятихатку дам, если тебе понимаешь. Видишь, я уже пятихатку даю. Сейчас тут все люди скинут по пятихатку. И мы с тобой поедем. Да, и подавали поедем просто сбрито, да? Не, я виски готов сбрить. Да у него, смотри, у него, знаешь... Слишком в том, что он поедет один, потому что если он побросит, ты его бросишь. Не-не-не, самый прикол в том, что я его брошу на два дня. Да почему? Он его уже просто через неделю уже торчат, они вот тут везде. И через неделю у него уже вот столько их будет. Ты что думаешь, это надолго? Вот он побреется, как вот у него он там месяц не находится, столько бороды два.